женщины. Сердечно поздравляю вас с самым нежным, весенним, красивым праздником, с Международным женским днем 8 марта. Природа наделила женщину жизненной мудростью, красотой, терпением и душевной нежностью. Всю свою жизнь вы посвятили себя семье, детям, профессиональной и общественной деятельности, при этом оставаясь всегда привлекательной и обаятельной. Всегда востребованы. Дорогие женщины, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного тепла и уюта, благополучия, мира и улыбок. Будьте всегда привлекательными и любимыми.